Армения приобретает у Индии противотанковые управляемые ракеты комплекса Конкурс М. Издание отмечает, что Армения, как и многие республики бывшего СССР, эксплуатирует большое количество вооружения советского производства, например, противотанковые управляемые ракеты. По данным сайта, Армения в последнее время закупила указанные ракеты, которые продолжают производиться в Индии по российской лицензии компании Пхарат Динемикс Лимитед. Ранее индийские СМИ сообщали, что закупка ракет «Конкурс» предусмотрена в рамках контракта на поставку РСЗО «Пинака» широкого спектра боеприпасов и 80 минометов.